Первый грузовой состав в рамках смешанных железнодорожно-морских перевозок 21 августа пересек китайский КПП «Харгос» на пути в Казахстан. Эту информацию агентство «Назарньюс» предоставило китайское агентство CCTV+. Поезд везет почти 100 автомобилей японского производства на общую сумму 10 миллионов юаней. Эти машины сначала вывезли с завода в японский порт Нагоя, потом доставили в роллкере в китайский Тяньцзинь, а затем отправили по железной дороге в Харгос на казахстанскую станцию Алтынколь, откуда их на автомобилевозах доставят в пункт назначения, город Алматы, сообщил Чен Синлун, оператор проекта по железнодорожно-морским перевозкам. Новая модель транспортировки разработана с учетом преимуществ экспресс-маршрутов Китай-Европа и Китай-Центральная Азия. Время пути сократилось более чем на 60%, что существенно снижает затраты на логистику. Кроме того, с помощью современных информационных технологий значительно упрощены таможенные процедуры. Запуск этого проекта открывает новые возможности для предприятий Японии и Республики Корея. Он ускорит формирование Евразийского сухопутно-морского торгового коридора. Кроме того, использование онлайн-сервиса «Интернет Плюс» позволяет одновременно производить перегрузку, формирование, проверку и очистку грузов, что обеспечивает высокую скорость прохождения таможенных процедур, отметил Суда Фэнси, сотрудник таможни на КПП «Харгос». Бахыт Кулчуманов, Орозбек Шабдоналиев, Назарньюс.